воскресенье, дорогие друзья, и я наконец-то хочу сделать обзор вот на такого вот тигра. Это тигр от коллекты, я купила его по скидке, прям успела прямо по этой скидке его купить в последний день, купила на Валберес. Он очень большой, он получается сантиметров с хвостом вместе 15, наверное, или даже 17. У него все очень красиво прорисовано, мне очень нравится его мордочка. Подушечки лап прорисованы, этикетка фирменная, надписью коллекта. Все, вот полосочки, все идеально прорисовано. То есть, этому тигру от коллекты я ставлю, как всегда, 10 из 10, потому что коллекта меня никогда не подводила. Пластик, кстати, другой, не такой, как у других моих фигурок коллекции. В общем, ждите скоро новый, скорее всего, сериальчик с вот этим вот тигром. Я уже придумала идейку. Надеюсь, вам понравится. У нас как раз выпал снег, и я хочу снять интересный новый сериал, а может, мини-фильм. Как только время появится, сразу же начну снимать. Всем спасибо за просмотр.